Я сейчас нахожусь на горнолыжном курорте в районе Семашки. У нас здесь сегодня снега навалило. И вот я решил прокатиться по лесу без лыж, просто с одними палками. Как это называется там? Скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба. Это круто. Это круто. Это круто. Ну вот, как бы прошелся чуть-чуть. Чувствую, здоровье прибавилось. Так что идите в лес, берите вот себе вот такие палки. Вот, вот такие палки. Потом представьте, что вы где-то на горнолыжном курорте и начинайте ходить. Здорово, пацаны! Раньше древние люди всегда разжигали костер с помощью дутья. Ну, вы понимаете, что такое дутье? Ну, типа, ну, где-то там что-то дули, а потом дули, короче, чтобы развести костер. Они набирали, если у кого здоровые легкие, выбирали человека, у которого самые здоровые легкие. И он такой набирал воздуха. А потом такой... Слав, не хочешь дунуть? Нет. У меня вон здесь дрынь. Видите, как раскоптилось все это? Ну, в общем, вот такие вот дела. Мы тут как бы в преддверии зимнего солнцестояния решили пойти в лес пожарить сало. То есть, короче, мы сегодня как бы готовимся к зимнему солнцестоянию. Если кто знает, что такое... Какое? 19 декабря. А сегодня этот... Что? Никола зимний. Никола вот зимний-то сегодня. Граждане православные, Никола сегодня вот. Отмечаем Николу сегодня. Блять, а что мы отмечаем? А завтра? Подожди. А стой. Завтра солнцестояние. А завтра солнцестояние. Так дело в том, что идет Великий пост. Пост. А мы жрем сало. А мы жрем сало. Ну. Грешники мы. Безбожники. Безбожники, грешники. Ну, надо, Слав, тебе это, тогда дымом окурить дым. Правильно. Дым, да. Дымком тебя обкурить хорошенько. Дымком. Да, все. Блядь. Можешь есть сало. Я рассказывал, когда это... Подожди, Слав, мы еще не договорили. Значит так, мы в преддверии зимнего солнцестояния. Сегодня праздник зимний Никола. Мы пришли в лес, жарим сало. Грешны мы, не постимся. Ну, я так считаю, что мы тут вообще круглый год постимся, так как едим одни полуфабрикаты. Там мяса там никакого нету. Спиртное не пьем, в этом уж точно мы постимся. Друзья, напишите в комментариях, кто знает что о празднике зимнего солнцестояния. Потому что последний раз, когда я задавал подобный вопрос человеку, он мне ответил типа, вот помню на Пасху, там было что-то, я понял, что человек вообще даже не знает, что это такое солнцестояние. Продолжаем наш репортаж. Празднование дня зимнего Николы. И вот тут мы как бы беседовали, ну и как бы разговаривали о том, как здорово вот в лесу вот тут в зимнем посидеть, там кофе горячего попить, шашлыков каких-то там пожарить, да ладно там, ну просто в лесу вот понаходиться. И тут начали всплывать такие воспоминания такие. Вот сейчас своим воспоминанием про зимний лес поделится Вячеслав. Так что с вами произошло в 90-е в зимнем морозном лесу? О, это было, да, 95-й, наверное, год. Мы это, где делать-то? Мы купили черняхи на рынке. И, блин, пришли, ну только не здесь, а чуть там. Морозяка, градусов, наверное, 30, блядь. Мы и костер, кружка, блядь, варили. Потом разделись, блядь, до торса, морозяка, ёп. Ага. Там хуячили, там забор разобрали, блядь, варили. То есть не было места, короче, где сварить, вы пришли, блядь, в зимний лес. В лес, я тебе говорю, градусов 30, наверное, мороз был, блядь.
Ну а потом, когда приделались, уже там все, уже было похрен, не холодно. Уже было похрен. Слава, что это у вас? Что это такое? Это вещь. Мясное ассорти какое-то, да? Одно уже, блин, уже практически готово. Смотри. О! Вещь какая, а? Вещь. Кстати, костер чисто на экологических палочках. Да. Без всяких там добавлений углей и розжигов всяких. Чисто экологическое бревно. Всем спасибо за внимание.